Отсутствие порогов, наличие удобных пандусов и сурдоперевода. Общественники из аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области постоянно выезжают в муниципальные образования региона, чтобы осмотреть помещения для голосования и оценить, удобны ли они для маломобильных граждан. В Новокуйбышевске 52 избирательных участка. Они расположены в 33 зданиях, некоторые по 2-3 в одном месте. Избирательный участок номер 1917 находится в музыкальной школе имени Юрия Башмета. По мнению общественников, здесь созданы все условия для маломобильных граждан. Помещение очень комфортное для встречи избирателей, для работы нашей участковой избирательной комиссии. Хочется отметить, что здесь соблюдены все условия для маломобильных групп граждан. Нет ни порогов, отличный пандус. Здесь есть сурдоперевод. Администрация Новокуйбышевска за последние 4 года была проделана огромная работа. Из 20 зданий, не оборудованных пандусами, сейчас осталось 4. Металлодетекторами оснащены все избирательные участки. В прошлом году администрация заменила 10 из них. Сейчас проверяют их работоспособность. Побывали общественники и в 7-й школе. Недавно учебное заведение отремонтировали. Оно также соответствует всем требованиям. Та школа, в которой мы сегодня оказались, она идеально подготовлена для того, чтобы принять целых 3 избирательных участка. Это очень хороший результат. Мы видим, что безбарьерная среда создана в этом образовательном учреждении. И поэтому для членов избирательных комиссий, для наблюдателей и, самое главное, для избирателей не будет препятствий для того, чтобы они отшли за свои права и обязанности. Помещение не просто готово, оно более чем готово для встречи всех избирателей, потому что здесь мы видим, что просторное помещение, хорошая цветовая гамма, хороший ремонт был здесь сделан, абсолютно установлен пандус. В Новокуйбышевске 79 тысяч избирателей. Впервые голосующих на этих выборах будет около 2000 человек. Для каждого из них на избирательных участках созданы комфортные условия. Виктория Шарая, «События».